Мы тоже уже вышли на рынок Словакии по савушкиному продукту. Молочная продукция представлена уже на рынке Словакии. Также Компа, предприятие, которое уже поставляет оборудование по мясопереработке. Также Сейфстроник вышел тоже со своей продукцией, с сейфами на рынок Словакии. Свадебные платья вышли по Пилио, тоже представлено. А также вот сегодня мы организовали встречу именно и по туризму. Потому что экспорт услуг – это тоже валюта, это тоже наше представление о нашей Белоруссии. И это касается лишь экономического блока. Перечень совместных наработок в разных сферах можно продолжать. Есть чем похвастаться. На повестке дня на этот раз туризм, а именно взаимодействие брестских субъектов хозяйствования, работающих в турбизнесе со словацкими турагентствами. Стоит ли говорить о том, что такая совместная работа в перспективе – большой успех? Это даст возможность привлечь туристов для отдыха и оздоровления. Мы надеемся на то, что мы найдем именно те взаимовыгодные точки соприкосновения, потому что мы уже предварительно как-то общались, есть заинтересованность, скажем так, со словацкой стороны в паломническом туризме и познавательном туризме. То есть у нас есть что показать для них. И они нам тоже предлагают со своей стороны, опять же, определенный продукт, который будет интересен, я думаю, и брестчанам. И если о потенциале Брестского края говорить не приходится, настолько много мест привлекательных для гостей он может предоставить, то о том, куда можно отправиться, будучи нацеленным на поездку в Словацкую республику, брестчанам известно не все. А потому представители турбизнеса, приехавшие из Прешевского края, подробно рассказали о своих курортных зонах. В их числе более 20 мест, расположенных на довольно большой территории, 40 гектаров. Лечебно-горнолыжный курорт Лучки, курорт Бордеевские Купели – одни из старейших и красивейших в Словакии. Именно о них поведали представители турбизнеса на встрече с главой администрации Московского района города Бреста и их коллегами из областного центра. Мы бы хотели вам представить наш курорт, но тоже мы пришли связаться и с вашим Брестским регионом и навязать какое-то сотрудничество. Нас интересуют разные виды туризма, но именно отдохнуть и полечиться – лечебный туризм. Очень хорошо знаю вашу страну, так что я всегда как бы тоже представляю Беларусь, Словакию и рекомендую к вам ехать. Рекомендую, конечно, именно в вашем городе Брестскую крепость, очень интересное место, и Минск, конечно, и другие достопримечательности, другие города, Беловежскую пущу. В ходе встречи стороны обменялись задумками о том, как в дальнейшем воплотить в жизнь общий план по взаимовыгодному сотрудничеству. Представители Словакии пригласили брестских коллег посетить зарубежные курорты для основательного ознакомления и впоследствии эффективного взаимодействия. В свою очередь, гости областного центра побывали в символических местах Брещины, посетили музеи и учреждения образования. Дело за малым, ведь цель поставлена. Сегодня это уже есть первые движения в плане того, что приехали именно наши словацкие друзья посмотреть уже город Брест, посмотреть наши туристические тропы. Уже будут наработаны определенные направления. Соответственно, следующий этап – это наше туристическое агентство посмотрит также и словацкую территорию, и посмотрит их предложения. И, соответственно, дальше начнутся уже работать более тесно. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».